и предоставили право бороться за первые два места. Не бороться за первые два места, а обеспечить себе первые два места Депортиво и Манчестеру. И позволяли себе и манкуняться, и Депор терять, в общем-то, очки с соперниками. Особенно Депортиво. Получает право на пенальти здесь клуб из Ля Коруньи. Неумолим Любаш Мичел из Словакии. Назначает пенальти и точен, спокоен Диего Тристан. Ну а вот здесь совсем уж странный пенальти. Совсем непонятный пенальти назначает словацкий судья. Посмотрите. Вот тут-то фола вообще не было даже рядом, понимаете. Настолько удивительный пенальти назначен. Тем не менее, Бруно Шейру забивает. Счет становится 1-1. Заводит себя партнеров и болельщиков. Ну, вы видели, что это было за пенальти, да? И вот нам крупным планом